В Вятских Полянах открылся единый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Это уже пятый офис МФЦ в Кировской области, но Вятско-Полянский центр имеет свои уникальные особенности. Открытие офисов МФЦ в Кировской области прочно входит в разряд оказания госуслуг для населения в новом формате. Правительство региона и муниципалитет Вятских Полян реализовали пилотный проект по оборудованию и оснащению Центра предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными требованиями всего за 4 месяца. Здесь есть доступ в интернет, здесь есть консультанты, здесь можно получить все виды консультаций, в том числе и финансовые консультации, и консультации по любым жизненным ситуациям. Поэтому для Вятских Полян сегодня это очень хорошее событие. Для Кировской области это очень хороший знак, что мы с такими офисами дойдем до каждого нашего райцентра. Центр госуслуг в Вятских Полянах, один из немногих в Приволжье, имеет повышенную доступность для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме специальных устройств, пандусов, он оборудован лифтом. Территориальный отдел МФЦ на сегодня готов оказывать 41 муниципальную услугу по выдаче документов в сфере ЖКХ, строительства, предпринимательской деятельности, земельных, имущественных и гражданских отношений. Все эти технологии хорошо отработаны за 2 года в Кировском МФЦ и будут внедряться в Вятских Полянах. Многофункциональный центр в том числе решает очень важную задачу – это предоставление, организация предоставления услуг по принципу одного окна. Когда не человек, так скажем, ходит по организациям, собирает документы, а именно многофункциональный центр делает межведомственные запросы и из информационных систем запрашивает документы. Человек уже не будет бегать по всем инстанциям. По методу одного окна сюда пришел, все получил на месте. Количество оказываемых услуг предполагается до конца года увеличить почти втрое. А это новые рабочие места и дополнительные удобства для населения. В настоящее время Центр госуслуг работает по 12 часов 6 дней в неделю. Записаться на прием можно по телефону и на сайте МФЦ. В области на сегодняшний день порядка 200 региональных услуг и порядка 1500 муниципальных услуг. Вот в идеале все эти услуги должны оказываться в МФЦ, и мы постепенно будем к этому стремиться. Еще одно новшество Вятско-Полянского офиса МФЦ – наличие зала оказания услуг в электронном виде. Здесь ведется обучение компьютерной грамоте по программе правительства Кировской области «Информационное общество», которое осуществляют волонтеры. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.